Перед началом моего шедеврального видеоролика я хочу посоветовать вам не менее шедевральный канал Ренджи. Парниша делает различные мувики по GTA Samp, также сливает модификации для нашей игры GTA Samp. Если вы хотите стрелять как жесткий гангстер, то заходите, подписывайтесь на его канал, потом качаете его звуки, пушки и стреляйте как гангстер. Все, давайте добьем парню 300 подписок, у меня все. Приветствую вас всех на канале Серго Лепарда, и сейчас вы узреете это. Привет, Серега. Мне скинули вот эту фотку и говорят, что это ты. Фото 2016 года. Я вот не знаю, верить или нет, типа сейчас без фана на самом деле говорю, типа просто холодно, блядь, на улице, и может так показаться. Насколько ты тупой, блядь! Ты же вершина тупости, блядь! У тебя лишних хромосом штук 10! В общем, как вы уже могли догадаться, произошел мой дианон, и поэтому я, как настоящий мужчина, решился записать видос с вебкой. Но такой отважный и мужской поступок способен далеко не каждый. Так что поставь лайк на это видео и подпишись на канал. Также заходи играть на Evolve RP. Я играю на первом и втором сервере. Вводи промокод хэштег Лепард и делай скриншот. Потом пиши мне в ВК, и я тебе дам бабок на развитие. Также дам дигл на скиллы. Ах да, прописав команду квест и пройдя эти квесты, ты получишь опыт, тем самым быстрее прокачаешь аккаунт. А если пройдешь квест много машин, то получишь вообще там 400 тысяч. Также на 100 лайков я делаю дианон своего кота, а на 200 лайков сливаю приват фото в туалете. Всем приятного просмотра. Все, я здесь, короче, высаживаюсь, беру свой дигл и иду ебашить. Почему он оттуда вас сам ебашит? На социальную. О, изи, скинул вообще. Правда, он лагает очень сильно. А, это бал... Балас же враги точно. Сейчас разберемся с тобой. Так, один отхватил. Давай, тебе Дэдсон остался. Ну что, ты тоже отхватил? Ты тоже? А ты куда лезешь? Возвращайся домой, блин. Легко, просто пиздец. 40 FPS играю. Ребят, учитесь. Показываю только первый и последний раз. А смысл на них бежать, если они сами сюда придут? Вот, смотрите. Ну, очевидно. Смотрите, показываю один раз, как их перебить. Опа. Убиваем. Не убиваем. Принимаем двоих. Третий хочет обойти, потому что он самый умный, но он ссытся. И не может этого сделать. Потом приходит его друг, мы его тоже пытаемся объебать. А он сдохнул. Я даже не заметил, что его убил. Это я. И мы не даем киллвиз, потому что нас обошли в спину. Чилаут. Ну почему они меня не видят? А которые видят, не могут попасть. Блять, я еще пнул, как сам запутался. Арабит, арабит, га... А, их двое! А почему я не пробиваюсь? Что? Он либо сало арабит, это античит такой, либо... Либо что? Что-то я не пробивался. Так, тут текстурка. Почему-то багнута. Он меня не пробьет, по идее. А вот я могу. А, нет. Ладно, теперь я попробую зарашить их. Надеюсь, это хорошая идея, и я перебью всех. Потому что они на карту не смотрят. Либо же они сейчас все обернутся и побегут ко мне. Нет, третий вариант, что я сыграю как конченый дегенерат, я, конечно, не рассматриваю. Уебан, блядь. Просто уебан, симбот. Слева или справа пойдет? А, нет, справа. Блядь, парень, ну ты почему ты багаешь как конченый мудак? Может самому их зарашить уже? Нет, плохой вариант. Господи, ну ты... Просто какая же ты мразь, блядь, конченая. Какой раз ты нарко берет, блин? Лежать. Что это за стадо?
Он своего убивал. Господи, такие тупые, это жесть. Их было сколько? 4-5 человек, они такие тупые. Так, а тем временем я занял топ-1. Да-да, я. Чёртов понедельник, я услышу лишь затвор. Мёртвый флоу, сука, мои нервы тонкие, как лёд. И я один, но вокруг сотни льдин, и это не пройдёт. Курил в небо, скинув пепел, ловлю долбанный приход. И кровь разносит сильный ветер, из меня выходит смог.